Я начал снимать фильмы в мирное время. Это в 1941 году. Для меня это было, конечно, таким как бы большим, я даже не знаю, как назвать, подарком, удачей творческой, что Иван Александрович Пырев, это выдающийся режиссер, который пригласил меня на роль пастуха Мусаи Богатуева. Когда мы были в экспедиции, мы снимали это место Кабардино-Балкария, Теберда-курорт, там Домбай, перевал, гор, ледники, где сцены с овцами, костры и так далее. Вот там мы снимали. Это был июнь месяц. У нас кончилась экспедиция. Был материал очень хороший. Все были им довольны. И мы должны были выезжать в Москву. И когда мы приехали в аэропорт, то мы долго очень сидели, ждали самолета, вылета. Его не было. Мы обратились к администратору. Нам сказали, что, вы знаете, ребят, мы ничего не знаем. Из Москвы Москва молчит. Тогда мы пошли на базар, чтобы купить, поесть. И вот на базаре, когда мы ходили, набирали там и фрукты, и еще какие-то вещи, выступление было Вячеслава Михайловича Молотова по радио, что вероломное нападение Германии на Советский Союз. Враг будет разбит, победа будет за нами. Ну, шок. Значит, все летит, вся картина летит. Да? Ну, кое-как нам сказали, ребята, сдавайте билеты, идите на поезд, потому что самолетов не будет. И мы поездом, кое-как поезда были забиты вообще, возвращались в Москву. Я обратил внимание, что на остановках он на каждой небольшой остановке останавливался. И стояла группа, которая провожала военных, которые из отпусков возвращались в свои воинские части. И вот мы приехали в Москву. Ну, конечно, какой тут о съемках и речи быть не могло. Через три дня у меня была повестка, я должен был уже в военкомат идти. Меня, значит, в военную школу должны были отправить. Отобрали паспорт, все это и так далее. Ни о каких съемках не было и речи, ни звонков, ничего. А потом, буквально прошла я уже неделя примерно, звонок из Мосфильма. Немедленно приезжайте на Мосфильм, есть приказ продолжать снимать фильм «Свинарка-пастух». И мы приехали на фильм. Был приказ министра кинематографии Большакова. Но это, конечно, мне кажется, не только его приказ. Это уже сверху решение было. И лично Иосифа Виссарионовича Сталина продолжать снимать, заканчивать фильм. Вот. И нам дали бронь. И это меня, видимо, спасло, потому что мое поколение в основном все осталось на полях сражений. Когда Москва была эвакуирована, предприятие, и Мосфильм был эвакуирован, осталась одна группа наша во главе с Иваном Александровичем Пыревым, «Свинарка-пастух», где мы в павильоне и на сельскохозяйственной выставке в павильонах снимали вот этот
фильме «Свинарка Пастух». Уже были воздушные налеты. Я помню, немцы были очень в этом отношении, фашисты очень были пунктуальны. Они в 2 часа дня был налет и в 7 часов, вот каждый раз. Но у нас Москва была очень защищена, очень продумана защита неба Москвы. И зенитное орудие, прожектора. Потом по спискам мы дежурили на крышах, тушили зажигалки. Это значит 2 бочки с водой и с песком, щипцы, рукавица, фартук, все. Вот тушили и ждали эти зажигалки. Никакого страха не было, был азарт только, чтобы не дать загореться, разгореться от пожара, вот все. Вот это время я был в Москве, и у меня было такое ощущение, что и Сталин оставался в Москве, и почему-то у меня была вера, что Москву не сдадут. Я так был погружен в роль и в этот материал картины, и, как вам сказать, и, что называется, вгрызался в эту роль, вгрызался, что мне очень хотелось именно закончить этот фильм. А потом, я же все равно был на фронте, в концертных бригадах. Мы сделали около 2000 концертов. Я помню, как мы в концертной бригаде даже приехали в одной авиационный полк, потрясающий полк авиационный, но летчики – это особый народ, красивый, мужественный. А полком командовала Валентина Степановна Гризодубова. Женщина. Красивая, глазастая такая, обаятельная. И мы выступали в этом... А какие были концертные бригады? Различные. Это и Леонидович Утесов, и это Аркадий Исаакович Райкин, и Клавдия Шульженко, и Лидия Русланова, и так далее, и так далее. И вот, когда мы приехали в этот полк, я выступала, потом какое-то было такое очень скромное застолье, мы с ней разговорились, с Валентиной Степановной, потому что она театр любила, все, и решили встретиться в Москве после войны. И встретились, я видел их глаза, я слышал аплодисменты, я слышал смех. А потом после войны мы же в Афганистане были, бригадой. Это неотъемлемая часть работы нашего театра Красной Армии, Советской Армии. И это тоже незабываемое время. Когда был зрительный зал, это было и 3000 набиралось, и 15 человек, и 20 человек. И госпиталя тоже самое, призывные пункты. Ни слова, как это неотъемлемая часть нашей работы. Потому что я считаю и считал, что культура имеет первостепенное значение. Как говорил Лихачев, культура – это душа нации. Потому что война – это не только когда стреляют. Ветераны войны, а ветераны труда, которые готовили снаряды, которые ремонтировали орудия и так далее, и так далее. Понимаете ли? То есть в это время народ был какой-то единый. Вы понимаете, вот я где-то ощутил, вот сейчас где-то анализируешь и вспоминаешь, думаешь, вот величие народа нашего, величие нашего народа, когда уже, что называется, немцы были под Москвой, шаг и Москва, что
вот единением, вот великим таким единением, порывом душевным он смог вот отбросить контрударом от Москвы фашистов и дальше продолжать наступление. Потому что величие нашего народа в том, что долго же второй фронт не открывали. Они все ждали, чтобы побольше, так сказать, что ли, наши силы ослабли. Нет. Все-таки мы дошли. Я считаю, что мы в этой войне здесь бесспорно, абсолютно. Вот те, кто жив, как я и многие другие. Вот вчера я выступал на сельскохозяйственной выставке, там ветераны, тоже перед ними выступал, там тоже ветераны 90-летние, 95 лет есть, которые участвовали в боях. Вот величие нашего народа, конечно, нашей страны. Конечно, с продовольствием было трудно. Вот, например, мы выступали там на призывном пункте, нам всегда полбуханки хлеба за выступление там как бы давали. Это для нас был большой подарок, понимаете ли. Ну, а в основном это картошка выручала, капуста, квашеная, все такие. А вот когда я помню победа под Сталинградом была большая, нам выдали пайки. Это совершенно потрясающе было. Это несколько, 250 грамм сыра, такой копченой колбасы, потом масло, сахар, печенье и такие подушечки мампасе. Когда я принес это в гостинице, мы жили, там театр такой был, где я играл вместе с актерами театра Леси Украинки, которым руководил Хохлов. Там такой актер Высоцкий, я вместе с ним жил, Смирнова, великолепная актриса, Халатов, Романов, актеры были в театре. И вот я пришел, я все это разложил на столе и не дотрагивался, смотрел. Смотрел, потом медленно чай сделал. Все это как бы потихоньку, по-маленькому. Нужно было это распределить, чтобы подольше было. Но все-таки мое поколение, оно было вот так законопослушным, вы понимаете? Мы очень верили. Когда нам говорили, что мы будем жить при коммунизме, Никита Сергеевич Хрущев, мы верили. Но самое главное, мы были влюблены и любили отечество свое. И самое дорогое в жизни положили на алтарь победы над фашистской Германией. То есть, если говорить о нашем поколении, такого поколения больше не будет. Вот она уходит, а такого поколения не будет, потому что это святое поколение. У этого поколения совесть чиста, которое на себе всю тяжесть послевоенных лет, военные годы. Ведь за 5 лет восстановили разрушенные города, села и так далее. Вся Москва
в День Победы. Это ликование было такое, такая была атмосфера потрясающая. Я такой атмосферы никогда не чувствовал, никогда не забуду. Возвращение какое, какая был, какой престиж был армии нашей, победительницы. Для меня это просто великий день в моей жизни. Поскольку я являюсь ветераном войны, ветераном тыла, это едино, понимаете ли? Поэтому для меня это не то, что праздник, а для меня это великий день великого русского, вернее, великого народов нашего Отечества, которые подтвердили свое величие именно положив самую дорогую жизнь на алтарь победы над фашизмом. И они это доказали. Если можно так говорить, наша совесть чиста. Мы не думали о каком-то своем личном благополучии, о машинах, о дачах, о зарплатах. Нет. Мы об этом не думали. А мы думали об Отечестве, которое безмерно любили. Любите Россию, потому что такой страны нигде нет. Таких людей, как наша обширная Россия, с обширной, с широкой душой, с высокой культурой духовной, нету нигде.